И вот четко вот смотришь экран. Хорошо, свой телефон в цепи. Вот выбираю точку, вот у нас оператор. Я пока это тоже, да, не стал делать. Команда «Спортактив» готова! Команда «Спортактив» против команды «Цыган и компания». Команда «Цыган и компания» готова. Команда «Спортактив» на ворота, пробиток. В центре полузащиты. Первый тайм. Узбак. И в атаке «Феври». Состав команды «Цыган и компания». Можешь поближе подходить, если... «Цыган». Видишь, смотря влево, вправо. Ориентируйся. Дрищ в атаке и на воротах. А, ну Дрищ пусть будет. А на воротах Гашиш. Или что там? Гаш. Помогать нужно. Ну Дрищ. Дрищ бросает. Пробиток отбивает. Узбак берет. Дает финт. Но все равно дает пробиток. 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 Такая подача отличная, но Феврик не справляется с ней. Цыган берет Дрищу, но Дрищ не смог поймать. Узбак сегодня очень быстрый. Он поставил новый рекорд. 10 метров в секунду. Но Дрищ. Дрищ берет. Цыган. Цыган Дрищу. Но Дрищ не смог поймать. Мне сказали, что у тебя кличка такая. Толян. Толян. Ты Дрищ теперь. Толян. Пробиток. Феврик. Бросок, но мимо. Но я думаю, Феврик забьет сегодня. Окей, лучше бомбардир этого чемпионата, побил все рекорды и вошел в историю. Пенальти! Пенальти! Главный судья дает пенальти за Мадрища. Второй пенальти! Два пенальти! Мадрищ смеется, не понимает, в чем дело, смущается, но правильно я подал. Какой это Мадрищ? Я всегда прав. И это написано в правилах, можете вон там прочитать. И выходит, забивает, что постой игрок Пахан. Пенальтист команды, блин. Пахан. Второй пенальти. Пахан. Просто великолепен. Отбивает. Второй пенальти, Глеб. Второй пенальти. Ну, Феврик, он такой хладнокровный, я думаю, Феврик забил. Пахан, конечно, хорош, что Феврик просто сегодня, в этом году, просто лидер. Феврик бросает. Ну, Гаша вообще крутой, он колдун какой-то. Ну, пробиток тоже не мог, хорошо отбивает тарелку. Урбан, пробиток, 0-0. Пробиток показывает, куда идти. Пробиток, Узбак. Ну так ты сам тоже забегай сразу. Пробиток. Дальше бы забежал с Эдиком, растягивай. Ну и сразу дальше. Да, могу. Закиду вверх. Ну, дорогие друзья, левая информация. Всем бригадирам. Куда? К производству. Всем бригадирам подойти к производству. Повторяю, всем бригадирам подойти к производству. А мы возвращаемся к матчу. Три. Бросок. Ну, пробиток спасает опять. Пробиток. Дрищ опять перебивает. Дает себя на кукан. Четвертая минута пошла, ни одного гола, странно. Феврик ловит, дает Узбаку, Узбак прыгает, ловит и забивает. 1-0. Это... Пробиток. Показывает, куда идти, показывает. Все правильно. Узбак. Ну так ты сразу бежал, что ты стал. Пробиток. Только Глеб бегает, насколько я вижу. Узбак теряет. Дрищ берет. Цыган дает Дрищу. Дрищ, бросок. 2-1. Счет 2-1. Осталось 30 секунд до конца. Дрищ хорошо забивает. Ну смотрите, он играет на самом деле в силе. Смотри, там меня отражает. Да. Не. Нормально, хорошо видно. Вот желаю, что по центру он будет. Я сказал, кидай. Нормально все.
Пробиток что-то пытается сказать там. Доузбак опять теряет. Три. Цыган! Гол! 2-2! Молодец! Последняя атака! 15 секунд! Я, насколько я понял, Джокеру конкурентов нет. Феврик финт. Проходит. Узбак теряет мяч. Диск. Три. Бросок. Штанга с бассейнка. Спорт актив. Узбак. Чего? Узбак. Контролирует. Я на игре. Гол! 3-2! Закончился первый тайм! Поменялись местами, конечно. Если хотите соперник поменять, тоже. Андрюх, поснимай. А сейчас еще могу сесть? Ну да, пускай. Стоит, вот малыш лучше играет, честно. Да. Пахан, конечно, тоже идет. Хорош, но он не на воротах. Итак, второй тайм. Счет 3-2 в пользу спортактива. Второй тайм разыгрывает. 3-0. 3-2. Ай-яй-яй, штанга такой бросок шикарный. Пахан бы не спас, я думаю. Феврик. Пахан бежит. Пахан ловит. Дальше ловит. Бросок. Между ног не смог забить. Три. Бросок! Мимо. Бахат! Узбак! Бахат! Но мимо! Дриш! Бросок! Но опять мимо! Узбак! Бахат! Дриш! Узбак! Теряет мяч из вас, что-то 7 мета сегодня. Дриш, бросок, Узбак отбивает. Бахат. Наход, но Дриш перехватывает. Дриш бросает, но мимо. На архи, наверное, он порвали, надо побегать, походу. Давай поиграем. Мимо. Собраться. Это кость болит. Три.
нифига. Хорошо. Пахан спасает. Рейш. Малыш, вот, ну смотри. Шерик, Шерик ловит, но Шерик, опять малыш, теряет. Цыган. Гаш. Ой, Дриш. Ну, Пахан отбил, вообще молодец, Пахан. Вообще Дриша не чувствует, походу. Куда, кстати? Цыган. Можно ворота смотреть. Бросок, ну опять Пахан отбил. Походу он хочет играть во славе. Перехват. Осталось 30 секунд. Второй тайм. 4-3, собраться. Бухпарта сила и шанс отыграться. Пахан теряет. Назад. Дриши. Цыган. Прогол. 5-3. 5-3. Не сдаваться, не отступать и не сдаваться. Эдик, что ты отошел? Эдик, Эдик, Эдик. Давай, 5-3, Сворман. Давай. Давай, давай. Давай, забить. 5-3, все уже. До конца бороться. Смотри. Цыган. Нет! Хватит! Гол 6-3! Победа!